Ранее эта стройка была приостановлена из-за банкротства застройщика. Ключи от квартир дольщики, а их около 1000, ждали в общей сложности 6 лет. Мы долго ждали, долго ходили, долгие годы мучений, годы причем, ни один, ни два, ни три, много лет. Наша группа пошла к губернатору, губернатор обратил на это внимание, большое ему спасибо. Подключились все, и губернатор, и глава города, все дали добро, в общем, приложили они тоже много усилий. В 2016-м проблемный объект взяли на контроль губернатор и прокуратура края. Каждый проблемный дом обманутых дольщиков, дом, по которому нарушен срок сдачи в эксплуатацию, находится под личным контролем губернатора Краснодарского края. Сдача конкретного дома была выполнена в срок, поставленный губернатором. И более 300 семей обрели свое новое, комфортное, долгожданное жилье. В результате принятых мер, совещание, которое в феврале состоялось под руководством губернатора, Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы, в принципе, с того периода ведем активную работу с привлечением инвесторов. Это компания, строительная компания АСК, которая в трудных условиях, но выполнила свои обязательства. Управляющей компании, которая будет заниматься обслуживанием многоэтажки, сегодня вручили символический ключ. В ближайшее время дольщики смогут въехать в свои квартиры и праздновать новоселье.